73 операторы машинного доения приняли удел в областном конкурсе. И он проходил на базе новой школы фермы Вучгаса Белорусской сельхозакадемии. Дарыша, Могилевская область – одна у Беларуси, якая заховала традицию подобных споборництвов, как форму повышения престижу профессии и удосконаления майстерства операторов. Звание «Лепший по профессии» отстоивали 4 человека с каждого района. Конкурсантов поделили на 2 группы до 31 года и старейшие, до прикладу. Жанна Пудикова с Круглянского района надоивая за год у среднем на корову до 7,5 тонн молока. Перед самым Новым годом вообще было, ну, для меня это большое торжество было, так как нам президент вручал медаль за трудовые заслуги. На одной из лепших ферм республики у Вучгаса Белорусской сельхозакадемии все виды доильных залов. Елочка, параллель, карусель. Так что конкурсанты и споборничают у майстерстве, и учатся. Где я работаю, у нас елочка, а это параллель, так что тут тяжело. Это первый раз в нашей жизни. Дарэчы, перанять в опыт у Вучгас приехали и представники сельхозуправлений из других областей. Только на Могилевщине ладить вот такой конкурс. Мы обязаны этот конкурс проводить. Это есть и общение людей, и есть какие-то эмоции, и тем менее обмен опытом. Нужно смотреть все-таки лучше. А на сегодняшний день ферма, я считаю, что, ну, приспособлена для проведения конкурса. В животноводстве у нас занято 2951 оператор машинного доения. Это цифра внушительно большой коллектив, который обслуживает дойное 171 с лишним тысячу дойное стадо. Поэтому должны люди работать профессионально подготовленные. Второе, у нас более 250 человек, возраст которым уже свыше 55 лет. То есть надо готовить молодежь. Дарэчы, на базе этой школы фермы мы планируем провести республиканский конкурс. Татьяна Сергейчик, Юрий Авласов, новини региона.